уважаемые власти города Москвы. С 2018 года мы ждем получения ключей. Нами все обязательства перед застройщиком выполнены. До сих пор дом уже 2 года как построен, но ключи нам не выдают. Мы вынуждены жить в съемных квартирах, при этом выплачивая ипотеки. Мы живем с несовершеннолетними детьми, с пенсионерами, инвалидами. Наше положение критическое. Мы вынуждены выйти на улицу, потому что жить нам больше негде. Просим помощи, так как при обращении в письменном виде нам приходят только отписки. Я не имею прописки уже 4 года. Жду ключей. Новая Москва, ЖК Андерсон. Строительный дом №6. Мы знаем, что нам делать, где нам жить. Мы многодетные семьи. Не имеем прописки. Наши дети не входят в детские сады, школы. Мы без жилья.